Да, так говорят. Таранир покупает практически все. Приветствую. Действительно все. Таранир. Поговори со мной. Что я могу для тебя сделать, сэр-рыцарь? Следует ли мне доложить о твоем прибытии? Очень хорошо. Пожалуйста, следуй за мной. А, охотник за сокровищами. Пожалуйста, присаживайся. Ах, да, мой друг охотник за сокровищами. Чем могу быть полезен? Да? Тебе удалось найти еще одну статую? Отлично! Да? Я даже и не надеялся. Да. Охота за сокровищами — твоя стезя, друг мой. Тебе осталось найти всего одну статую. Еще немного, и награда за завершение коллекции твоя. Я прошу тебя удвоить усилия. Да? Тебе удалось превзойти мои самые смелые ожидания, друг мой. 10 предков наконец-то воссоединились. Как я и обещал при нашей первой встрече, вот твое вознаграждение за законченную коллекцию. Прими его с моей искренней благодарностью. Ты обладаешь удивительными способностями, сверх моих мечтаний. Я высоко ценю оказанную помощь. Спустя столько лет 10 предков воссоединились. Береги себя. Добрый вечер.
Я слушаю тебя. Здравствуй. Чем могу служить? Приветствую. Что я могу для тебя сделать? Сэр-рыцарь, следует ли мне доложить о твоем прибытии? Очень хорошо. Что я могу для тебя сделать, сэр-рыцарь? Айлейдская корона у тебя? Интересно. Эти символы удивляют меня. Королевский глиф не такой, как это описано у Саркалина. Но это не важно. Это явно подлинная айлейдская работа. Поздние века не видели ничего подобного. Только подумать, я держу в руках ту самую корону, которая когда-то красовалась на главе последнего короля айлейдов. В те времена даже один взгляд на нее означал немедленную смерть для любого из представителей низших рас. Я благодарю тебя за труды. У меня есть для тебя одно последнее задание, если ты все еще не против встречи с опасностью. Я хочу завершить свои исследования, касающиеся последнего короля айлейдов. Для этого мне необходимо добраться до тронного зала Ниналаты. И хотя я сам способен постоять за себя, я думаю, твоя помощь в такой экспедиции будет неоценима. Твоей наградой будет все, что ты сможешь унести из Ниналаты. Тронный зал был запечатан еще со времен существования айлейдов. Значит, там должно быть множество сокровищ. Хорошо. Через 3 дня. Не опаздывай. Помни, я жду тебя в Ниналате через 3 дня. Святой Крис... Я очень занятой человек.
Ладно. Похоже, ты не такое уж ничтожество. Только не задирай нос. Дай мне знать, когда сможешь выйти на арену опять и показать себя. Ха-ха! Какой боевой дух! Ты даришь жителям Сиродила хорошее зрелище. И я позабочусь, чтобы у тебя были достойные похороны. Ха-ха-ха! Граждане имперского города, добро пожаловать на арену! Победит пес желтой команды или пес синей команды? Скоро мы это выясним. Опустить ворота! Добрые люди, у нас есть победитель. Слава бойцу синей команды! Победитель может покинуть арену и отдохнуть. Боец синей команды заслужил это! Хорошо. У тебя опять получилось. Что ты хочешь от меня? Объятий? Забирай свое золото и проваливай с глаз моих, бойцовый пес. Желтая команда не будет сражаться сама с собой, ты, ленивый бойцовый пес. Ты собираешься сражаться или как? Вижу, тебе определенно хочется смерти, да? Хорошо. Тогда выходи на арену и постарайся не умереть до того, как ворота откроются. Граждане имперского города, добро пожаловать на арену! Готовы к кровавой бане? Победитель этого боя будет повышен в звании! Ставки очень высоки! Бойцовые псы, покажите нам, на что вы способны! Добрые люди! У нас есть победитель! Слава бойцу синей команды! Победитель может покинуть арену и отдохнуть! Боец синей команды заслужил это! Не могу поверить, что я говорю это, но ты больше не бойцовый пес. Точно! Ты получаешь повышение. Поздравляю, драчун. Знаешь, что стоит тут твое звание драчуна? Ничего. Прими это как есть, детка. Ты все еще ничтожество. Нужно сражаться, если хочешь заслужить себе имя. Хорошо, драчун. Правила ты знаешь. Выходи на арену и покажи им, чего ты стоишь на самом деле. Граждане имперского города, добро пожаловать на арену! На этот раз нас ждет битва драчунов! Пусть не утихают ваши аплодисменты, пока эти мужественные воины сражаются ради славы! Бою! Добрые люди!
нас есть победитель! Слава бойцу синей команды! Победитель может покинуть арену и отдохнуть! Боец синей команды заслужил это! Четыре победы — это хорошо, дитя. Но это не сделает тебя великим чемпионом. Вот твое вознаграждение. Иди, приведи себя в порядок перед следующим боем. Приветствую. Эти доспехи становятся тебе тесноваты, драчун. Думаю, тебе нужно немного поупражняться. Что скажешь? Пора на битву? Хорошо, драчун. Следующая битва будет непростой. Против тебя выйдут две сестры, два лесных эльфа, которые всегда сражаются вместе. Это близнецы. Тебе придется уложить их обеих. Теперь иди и покажи этим любительницам полазать по деревьям, кто тут хозяин. Граждане имперского города, добро пожаловать на арену! Сможет ли драчун синей команды победить близнецов, лесных эльфов из желтой команды? Давайте выясним это! Что такое? Устал? Добрые люди, у нас есть победитель. Слава бойцу синей команды. Победитель может покинуть арену и отдохнуть. Боец синей команды заслужил это. Ха! У этих девок не было ни единого шанса. Отличная работа, драчун. Вот твое вознаграждение. Еще один бой, и тебя ждет новое повышение. То, что тебе удалось побить этих близнецов, хороший знак. У тебя есть бойцовская жилка. Дай мне знать, когда захочешь опять пролить кровь. Твой следующий противник — Каджит. Нет, не быстрый и не прыгучий. Этот кот носит тяжелую броню и резво машет топором. Иди и уложи его. Граждане имперского города, добро пожаловать на арену! Победителю этого боя будет присвоено звание кровопускателя! Кому оно нужно больше? Желтой команде или синей команде? Мы скоро это узнаем! Добрые люди, у нас есть победитель! Слава бойцу синей команды! Победитель может покинуть арену и отдохнуть.
Боец синей команды заслужил это! Ты можешь постоять за себя. Теперь ты кровопускатель. И ты вступаешь в настоящую игру, дитя. Чем больше крови, тем больше золота. Не разочаруй меня. Не всякий, кто вступает на эту арену, дослуживается до звания кровопускателя. Поздравляю. Так держать. Следующий противник — Редгард. Он хорошо орудует и булавой, и мечом, так что готовься. Он наверняка выберет либо то, либо другое. Граждане имперского города, добро пожаловать на арену! Сейчас два кровопускателя сойдутся в смертельной схватке ради известности и славы. Довольно разговоров, пусть прольется кровь. Начинайте бой! Добрые люди, у нас есть победитель. Слава бойцу синей команды. Победитель может покинуть арену и отдохнуть. Боец синей команды заслужил это. Это была потрясающая битва, кровопускатель. У Редгарда была возможность увидеть, кто тут главный. Вот твое вознаграждение. А теперь иди умойся. Давай, кровопускатель. Не упускай выигрышный момент. Продолжай драться. Следующий противник — тяжелые доспехи и короткий меч. Она напоминает тяжело бронированную осу и обладает волей к победе. Будь начеку. Граждане имперского города! Добро пожаловать на арену! Вы пришли посмотреть, как будут биться двое кровопускателей. Каждый боец готов умереть, но доказать, что он лучший. Пусть прольется кровь! Покажи мне, что все окончится здесь. Добрые люди, у нас есть победитель. Слава бойцу синей команды. Победитель может покинуть арену и отдохнуть. Боец синей команды заслужил это. Одним бретонцем меньше. Ладно, не бери в голову. Вот твое вознаграждение. Мою красную комнату расписывают такие бойцы, как ты. Когда выпотрошишь очередного идиота, хочу, чтобы его кровь была размазана по всем стенам. Ха-ха-ха!
Следующий — темный эльф. Я еще не видел, как он сражается, но у него есть и лук, и меч, так что приготовься к атакам издалека. Граждане имперского города, добро пожаловать на арену! Посмотрите на темного эльфа из желтой команды! Его глаза горят жаждой убийства! Есть ли надежда у кровопускателя синей команды? Сейчас мы узнаем! Тебе не уйти с этой арены своими ногами. Это все, что ты можешь. Добрые люди! У нас есть победитель! Слава бойцу синей команды! Победитель может покинуть арену и отдохнуть! Боец синей команды заслужил это! Хорошая работа, кровопускатель. Или я должен сказать мирмидонец? Точно, время повышения. Ты знаешь наши правила. Больше крови, больше золота. Держи.